Экоактивисты «Зеленого фронта» выявили нарушения на двух снежных полигонах в Сургуте. Информация об этом появилась на официальном аккаунте волонтеров во ВКонтакте. Управление Росреестра установило, что на улицу Комплектовочную снег вывозило предприятие, не имеющее на это прав. Там, то есть, речь идет о самовольном использовании земли. В администрации города пояснили, что хозяйственную деятельность там вел бывший арендатор ИП «Зубков». В настоящее время мэрия ведет с ним судебное разбирательство и требует освободить участок. Роспотребнадзор также выявил нарушение по снежной свалке на улице Электротехнической. Как пояснил председатель «Зеленого фронта» Сергей Виноградов, там ведется складирование грязного снега не только на спорном участке, но и на прилегающей обводненной территории, что недопустимо по нормам Санпина. По улице Комплектовочная земельный участок ранее был предоставлен по договору аренды хозяйственному субъекту. Договорные отношения в настоящее время расторгнуты. И по данному земельному участку идут судебные споры. По окончанию судебных спор по судебному решению будут приняты и скоординированы дальнейшие мероприятия со стороны администрации города Сургута и со стороны федеральных органов власти.